Всех приветствую на нашем канале Opto.net. Сегодня у нас на обзоре усилитель звука VM Boschmann, двухканальный, моделечка VM700BT. Сейчас мы его откроем, я покажу, что это такое, что он собой представляет, что вообще имеет, какие выходы в нем есть и зачем он нужен. Ссылка на него будет в описании, кто же захочет, может перейти на наш сайт, посмотреть и, конечно, заказать, если он вам нужен. Приятного просмотра, заваривайте чай, кофе, поехали! Итак, ребят, VM Boschmann, моделечка VM700BT, это усилитель звука. Двухканальный, скажу сразу, работает он как от розетки 220 вольт, так можно использовать через блок питания на 12 вольт. Пульт, с помощью которого вы сможете делать управление с пульта, то есть дистанционно. Выглядит он вот таким вот образом, кстати, прикольно, с подсветочкой. На задней части вот так, сразу расскажу. Многие люди не знают, зачем нужен усилитель. Эта штука подключается, то есть к нему подключаются динамики, колонки всевозможные. И через него, если воспроизводить музыку, то звук будет чище и качественный. Плюс с помощью усилителя есть в каждого, конечно, своя настройка. Конкретно в этом усилителе есть кнопка включения-отключения, добавления баса, то есть низких частот. Вы сразу можете добавлять, убавлять громкость и добавление высоких частот. То есть все это будет управляться именно сразу. Вы сможете покрутить одновременно, все очень быстро делается. Также на нем есть экранчик, кнопки управления мод, play, пауза, драйв. Next, выход USB и SD-MMS карточка. То есть в него можно поставить вообще USB карту и воспроизводить музыку с флешки. Это удобно. Также здесь есть радио. На задней части у нас находится вот такая антенка, и вы с помощью этого усилителя можете слушать радио. Ребят, это двухканальный усилитель с мощностью 600 Вт, то есть на каждый из каналов приходит по 300 Вт. Соответственно, в сумме 600. И подключается он в розетку 220 Вольт. Если вы хотите, допустим, его использовать где-то в автомобиле, то, в принципе, можно его подключить через блок питания на 12 Вольт. Подключение плюс-минус один канал, плюс-минус второй канал. То есть подключаются динамики. Вот, и здесь AUX-выходы L и R. Вы подключаете этот усилитель к акустике. У меня сейчас нету подходящей акустики, поэтому я вам продемонстрировать не смогу. Ну и плюс качество звука вы оценить не сможете. Но я вам покажу, как он прикольно светится, когда его включаете. Смотрите, можно использовать, еще раз скажу, и дома, допустим, если вы занимаетесь там музыкой или просто хотите более качественный звук для домашнего кинотеатра, если у вас есть какие-то колонки, но хочется звук еще чище, еще лучше, добавлять, убавлять высокие, низкие частоты. Вот, смотрите, беру 220 вольт, включаю в розетку. Смотрите, сейчас я включил розетку, включаем клавишу. И вот таким вот, ребята, он образом выглядит. Все, то есть он уже заработал. Еще огромный плюс, в нем есть Bluetooth. То есть к нему можно подключиться с телефона по Bluetooth и воспроизводить все то, что на вашем смартфоне. Это удобно. Соответственно, вот эта штука стоит на столе. К нему подключены ваши динамики, колонки, которые вы будете использовать. И с помощью него сразу можно управлять. Добавлять громкость, низкие и высокие частоты. Моделечка VM700BT делает очень качественный звук. Кто захочет заказать, ссылка будет, ребят, в описании. Переходите на наш сайт, оценивайте наши ролики. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на нашем YouTube-канале.